Форум «Абитуриент» для старшеклассников проводится в нашем городе на протяжении нескольких лет. Главная задача этого проекта – помочь будущим выпускникам определиться с выбором специальности и вуза. В этом году участниками форума стали 5 высших учебных заведений. Список вузов составляется по принципу, с какими вузами заключены договоры рамочные и в какие вузы ВНИЭФ подает заявку на целевую подготовку. В этот раз абитуриенты познакомились с 5 вузами. Это НИЯУ МИФИ, базовый ядерный университет госкорпорации «Росатом», его структурные подразделения СРФТИ, опорный вуз НГТУ имени Алексеева и ННГУ имени Лобачевского. Второй раз на форуме представлен Поволжский технологический университет из Йошкар-Олы. Показывает практика, очень много ребят еще не определились, в какой они вуз хотят поступить, поэтому формат предполагает свободное перемещение. Мы надеемся, что такая своего рода навигация поможет им определиться не только с выбором вуза, но и с выбором специальностей. После пленарной части ребята разошлись по аудиториям. Представители вузов рассказали о научных направлениях, а также о взаимодействии с базовыми предприятиями региона. Вопросы будущих студентов отличались социально-практическим характером. Их волновали вступительные испытаний и обеспеченность общежитием на время учебы. Сейчас, я считаю, это тоже очень хорошо. Абитуриенты достаточно прагматичны, они всегда спрашивают дальнейшее их трудоустройство после окончания того или иного вуза. Нижегородский технический университет имени Алексеева участвует в форуме «Абитуриент» в Сарове уже несколько лет. И второй раз он представлен на проекте в качестве опорного вуза. Этот статус предполагает тесное взаимодействие с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Это дает университету ряд преимуществ. Это позволило увеличить количество бюджетных мест, расширить диапазон научных исследований, взаимодействие с другими предприятиями, то есть на качественно другом уровне, и подготовку кадров проводить, и обучение студентов, да, и выполнение научных работ в интересах предприятий. Всего в форуме приняли участие более 300 старшеклассников. Каждый из них смог в формате открытого диалога задать представителям вузов все интересующие вопросы и получить ответы, чтобы принять взвешенное решение о выборе профессии. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.